Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Bioshock 2 и покидаем Маскарад. Сели в поезд, едем, едем, едем. Синклер с нами, мы выезжаем. Наша конечная цель — найти дочь Леонору. Как все тяжело идет. Как все тяжело идет. Приют бедняка. Старшая сестра может напасть на вас каждый раз, когда вы обираете или спасаете младшую сестручку. Когда мы спасаем... Да, по истечению результата со всеми сестричками, то есть нам нужно спасти 2 или 3 сестрички. Или обирать их. 3 обираем, спасаем. Боже мой, что это? Появляется, соответственно, эта сестричка. Внимание, объект Дельта заблокирован в приюте бедняка. Движение поезда приостановлено до его обнаружения. Помните, враг один, а мы семья. Я же говорю, чистая нацистская пропаганда. Он пытается загнать вас в угол, сынок. Она врубила режим строгой изоляции во всем проклятом городе. Чтобы поезд продолжал свой путь, надо раздобыть мастер-ключ системы охраны у тутошней хозяйки Грейс Холлоуэй. Она выкинула меня на улицу из моего же отеля Синклер Делюкс. Найди ее и достань этот ключ. Синклер, ну чё ж ты такой, что тебя из твоего же отеля выкидывают? Ну серьезно, чувак. Я думал, ты образованный, разумный мужчина. Тебя из твоего же отеля женщины какие-то выкидывают. Куда это годится, Синклер? А? Скажи мне. Ну куда вот это годится? Заклепки ловушки. Алёша, гуляй до первой поруши, Алёша. О, спидран. Так, что здесь? Не, ну ладно. Пусть будет. Пусть будет. Касса. Слушайте, так они смачно звенят, и в итоге такая фигня происходит. Что там? Одна аптечка. Я хотел бы больше, но больше нету. Сюда можем попасть? Back head control. Можем. О, ну это, видимо, в конце уже. Так. Мы сейчас с вами вот здесь. Потом парк Адонис, потом Фонтейн Футуристик. И все, парк Адонис и следующая цель дочь. 4 локации. Че тут ломать? Ладно. Результат успешного взлома, дверь открыта. Ух ты. Как-то все не по-доброму. Впрочем, как и все в восторге. Сколько там у нас в итоге патронов? Ну, 65. Но пока есть проблемы, да. Пока есть проблемы с потрошками для пулемета. Их немного. Здравствуйте все. Ну, инъекция, давай. Что тут в холодильнике есть? Аптечка. Ну, заберу. А я уж думал, не поднимем. Хороший этот заклепочный... Заклепомет, что-то гвоздомет, заклепомет. Ну, не знаю, я больше дробаш люблю в этой игре. А у нас какая-нибудь граната есть? Вот ты, десин. Give you что? Ужас. Секта. Я же говорю, чистые задатки секты. Просто чистая секта. Вот что хотите со мной делаете. Так, ну мы потихонечку копим нужные нам ресурсы. Это что? Я хочу это забрать. Ну-ка. Конечно. Деньги. Вот так. И еще. Давайте. Бинт тоже. Вот это я понимаю эффективность, да? $220. Хорошо. О-о-о.
Вы видите этого красавца неписаного? Я помню тебя, чудовище. Это ты украл у меня Элеонору, превратив малышку в существо настолько жуткое, что она не может даже умереть. А теперь тебе понадобилась я? Ты совершаешь ошибку, железный папочка. Когда мы повесим тебя на фонарном столбе, и ты сделаешь свой последний вздох, я хочу, чтобы ты видел мое лицо. Да что ты, Грейс? Даже так? То есть ты имеешь какое-то отношение к Элеоноре? Окей. Витамины за... Капец. Так. Там я видел... Вот она. Камера. Подождите. Я хочу камеру поломать. Я и увидел все. Это самое главное. Давай. Вот так. Я промазал. Обалдеть. Так, ладно. Вот сюда наступи. Все, сдох. Давайте еще раз. Я так и не понял, что не так. Отлично. Давай, родной, разбирайся. Мне вот интересно, а если мы с вами для решения наших проблем оттянем сюда папочку, автомат его будет расстреливать? Как вы думаете? Ну, камера привлечет этих роботов? Я бы очень хотел, вы знаете, прям очень. Ящики. Религиозные права, доктор? Вы можете поклоняться любому дорогому вам идолу в стенах своего собственного дома. В восторге действует единственный закон – свобода. Человек должен лишь самому себе. Намеки на противоположное, следовательно, незаконны. Задайте себе вопрос, Эндрю, что есть ваша великая цепь прогресса, если не вера? Цепь есть символ иррациональной силы, ведущей нас к восхождению, и мистики в ней не меньше, чем в распятиях, которые вы конфискуете и сжигаете. Распятие конфискую? Лэмп. Гневные аплодисменты, крик. Я чуть не понял, у них какие-то публичные дискуссии, что ли, были? Так, друзья мои, у нас с вами вырисовывается проблема, нам надо с папочкой разобраться. Так. Что здесь? Сюда рано идти. Нам просто нечем с ним воевать. Хорошо. Допустим, что это у нас? Марлин Фло, сколько у нас тут? Две сестрички здесь надо на уровне спасти. Так, вот это что? Я сюда не могу попасть? Здравствуй, ребенок. Да. Там этот вот бегает. Который... С башкой светящийся. Я хочу вот сюда подняться. Не надо было быстро решать вопрос. Очень быстро. Иначе все. Нет, тебя я не собираюсь взламывать. Ты мне нафиг не нужен. Тут ничего нету. Мы себя не подвергаем опасности? Ну как нет.
Так, знаете, что я думаю? Давайте на всякий случай взломаем тоже. Прекрасно. Я доволен. Так, это что у нас было? Дробаш, да? Что у нас было? Дробь. И я что, не могу попасть внутрь магазина, что ли? Ну как так? Ну нет. Как вы думаете, друзья, если мы отсюда будем долбить большого папочку, нам это даст результат? Он же сюда не может подняться. Где он? Так, ну-ка. Ага. Давайте сохранимся. Теперь. Не очень, честно говоря, не очень. Я ожидал большего. Так. Знаете, мне что интересно? А почему наша камера молчит? Да не, пулемет гуляет, ну его в баню. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это вообще ни о чем просто. Не-не-не-не-не, это вообще. Это через. Очень тяжело идет. Но вы ж не хотите сказать, что дело в высоте, правильно? Вернее, в дальности. Это чушь. Сейчас вот это опасно очень. А где он? Я его просто не вижу. Так. Да. Что-то там заходит. Но это никуда не годится, конечно. Это вообще, это бред. Мне так нравится, как его заклепки летят под любым углом в меня. Зашибись, да? Где он? Сколько в него надо, а? А у меня и ХП нету. А мы сейчас полечимся. Так, иди сюда. Патронов у нас нету. Совершенно. Чем воевать, я не имею ни малейшего представления. Но это не беда. Так, патроны, нормально. Давайте смотреть, что здесь есть. Три. Так, заклепки. 40 достаточно. Картечь пока покупать не будем. 4. И все. Ладно. Мы хотя бы что-то компенсировали. Так. Если сейчас она будет собирать Адам, я боюсь, что будет очень плохо и очень сложно. Но с другой стороны, давайте мы не будем, наверное, откладывать все это в долгий ящик. Давайте сейчас так, 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 так.
Посмотрим, где здесь позиция повыгоднее. В принципе. Если бы, конечно... Это что там? Это инъекция Евы? Так, ну-ка. Заряжайся. Вот это мы поднимем. Теперь ток. И как бы нам так получше да повыгоднее встать? О, тут еще я что-то вижу. Заклепки, ловушки. Вот, отлично. Прекрасно. Почему я не могу туда залезть, а? В этот магазин. Что я делаю не так? Вот тут вот, если я встану, они сюда не подойдут. Но с другой стороны, это далеко для, до девочки. Ну что, я думаю... Ладно. Сохранимся, будем решать. Что. Попробуем. Чего нет-то? Давай, ребенок. Нам нужна заморозка. А здесь что? Я отсюда пришел. Знаете, я что думаю? Давай. Иди отсюда. А, у нас есть еще патроны. Хорошо. Ребенок. Гарри. Прекрасно. Все? Ну что, что ты хочешь? Что? Все, готово. Давай сейчас тебя сожжем тоже, чтобы ты угомонилась. Вы знаете, неплохо себя сжигание показывает. Очень неплохо. По сути, мы минимумом обошлись. Иди сюда, ребенок. Давай. Да, я всегда тебя спасаю от монстров, это правда. Угу. Ну, почти всегда. А я вам скажу, нам нужна заморозка, и в будущем мы просто будем замораживать папочек и сверлить их буром. И знаете, как это будет прекрасно. О, друзья мои, это будет божественно, просто-напросто. Так, вот так, электрошок. Что у нас там по Еве? Две Евы? Не кисло мы израсходовали, да? Не кисло. Давайте. Есть еще? Да, что? Приобретем 4-4. У нас будет 4-4. Игра во всем мире. Помните в детстве? 6 плюс 6, 48 половинку просим. Такой вот детский рэп. Здесь что? Я удивлен тем, как они неплохо сжигаются. Синклер Делюкс. А, тот самый отель. Из которого господина Синклера вытурили. Здесь что-нибудь есть? Ничего тут нету. Это он? Он, Делюкс. Накрывает восторженная хандра, позвонит доктору Лэмп. Офигеть, да? Слушаем. Приют бедняка был самым захолустным районом Восторга и чертовски хорошей возможностью обзавестись доступным жильем. Когда Атлантический экспресс начал строительство пассажирской линии, здесь было выделено место под временное размещение обслуживающего персонала поездов. Жизнь здесь долго никто не планировал, но в этом городе альтернатива — это роскошь, поэтому вышло так, как случилось. Я не выдерживаю здесь дольше часа подряд. Это как оказаться в самом низу и продолжать падать.
Видите, мне очень нравится то, что есть здесь картечь. И мне очень не нравится, что нам некуда применить эту картечь. Так. Деньги, деньги, деньги. Нам нужны деньги. Он думает, он крутой. Ну-ка, иди сюда. Замечательно. Вообще. Что ж, приятель, полагаю, Грейси дома. Но этот громила только что обрушил перед нами половину моего чертового отеля. Чтобы решить эту проблему, предлагаю для начала выяснить, откуда у него такие мускулы. Ну, давай выясним. Найди камеру для генетических исследований, сынок. С ней ты сможешь перенять у мутантов кое-что полезное. Проверь городской ломбард. Топливо для бура. Цель обновлена. Найдите исследовательскую камеру в городском ломбарде. А городской ломбард — это, наверное, то помещение, в которое мы не смогли зайти, да? Бинты. О, Евушка. Трюк, 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 трюк. Хорошо, здесь, 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 здесь. О, тяжелые заклепки, топливо для бура. Аспирин. Че, полечимся? Я все время, знаете, когда вижу эту машинку, думаю, сейчас будем записываться, как в Резиденте, который мы сейчас, который сейчас тоже записываю, третий. Ну что ж, в отель мы пока пройти не можем, ибо завалило. Завалило отелю вход. Ладно. Пойдемте. Ну да, мы отсюда выходили. Финбол Динер. Ну-ка. Сюда, да? Нет. Блин, я туда хочу. Пустите меня туда. Это, видимо, только по скрипту туда можно будет. Что-то здесь блестело? Да. Так, сад собирателей пока нет. Ага. Это он, что ли? King Down. Ну, слушайте, это нормально. Лежит Ева, и мы не можем ее поднять. Потому что у нас избыток. Что мне с ним делать? И что мне с ним делать? Так. Дебил! Иди сюда. Давай. Ты что, не хочешь сюда идти? Как вы думаете, а я могу поймать то, что он кидает? Вот! Убейте его! Мои птенчики верные. Лечиться, что ли, пошел говнюк? Он убежал, как вы думаете? Что это за дурка? Иди сюда. Маршмеллоу, да, давай, сдохла. Но я не могу так тоже расходовать. Адски, это много. Так. Э, ты, наркоман. Ты где? Она взорвалась. Как вы думаете, где он? Так.
mustache took no guff. Ага. Очень я не мобильный, конечно. Well, это ламб. Да подожди ты, какой ломбард. There's the pawn shop, but it's bolted up tight. You'll have to find another way inside, I expect. Ну да, да, я в курсе. Да сдохни уже, ну. Итак, друзья мои, что у нас происходит? А у нас происходит то, что здесь есть еще один труп. Этот труп тоже можно, в принципе, облутать. Облутать, собрать с него Адам, но есть проблема. Проблема заключается в том, что у нас, по-моему, жапито с патронами. Ладно, мы же из ломбарда выйдем, поэтому это не проблема. Что это? Ну давай. Вот и все. Я построил эту железную дорогу с нуля, играя по правилам мистера Райана. А потом он попросил сбросить всю наличность в банк, чтобы дать восторгу свободу для маневра. И теперь чертов Остин со своими батисферами хочет купить меня с потрохами. Вывести из бизнеса. У меня нет семьи и нет времени на друзей. Я Атлантический экспресс, и это конечная станция. Трагедия. Трагедия, надрыв, все дела. Здесь ничего нету. Ладно, пойдемте в ломбард. Нам еще надо вход найти в этот раз прекрасный ломбард. Че тут? Хорошо. Давайте вход искать в ломбард. Я такой молодец, да? Давайте искать вход в ломбард. Давайте. А как? Что это значит? Это значит, что вот тут есть переход. Ага. Что, тут ничего нет, что ли? Ничего нету. Это что? А это патроны. Мы забрали их? Да, противопехотные. У нас очень много противопехотных патронов. Тяжелые заклепки тяжело стреляют, друзья мои. Вот такая вот рифмовая рифма. Так. А чего они хотели? Да, здесь наркотики. Хватит, чтобы и носорога обдолбать. Не мудрено, что каждая нищая душонка в приюте скребет в свою дверь. Моя же работа — придумывать новые коды, чтобы они держались подальше. Теперь придется это делать каждый божий день. К черту, пойду обмозгую проблемку в аквариуме. Пойдемте вот обойдем и красиво заберем патроны. Так. Что здесь? А какой код? А я не могу поломать? Ну... Как так? Ну как так? Так нельзя. То есть они что хотят сказать? Если я не войду, что ли? Ну я зайду. Так. Куда меня, подождите, притащила игра? Я что-то не понял. Вон оно что, Михалыч. Но это мы все брать не будем. Так, это кто? Биг Дяди. Биг Даду. А зачем мне искать способ, чтобы сюда попасть? Это продуктовый магазин. Правильно? Что это? Ага. Код 0047, чтобы войти в клинику.
пошел отсюда. Иди отсюда. Сюда иди. Вот и все. Вылезло. Грабаш у меня есть. Слезли! Я не понимаю, в бошку с дробаша стреляю им никак. Чё за бред? Что-то про Элеонору говорит. Зашибись, у нас с вами перевод. 0047 Clinic. Грейс ошибается, ты не виноват в том, что Элеонора стала младшей сестричкой. Большие папочки просто рабы, а ты лишь недавно получил свободу. Спасибо тебе за поддержку, Синклер, но мне вот эта твоя поддержка, знаешь, как зайцу, чтоб сигнал. Поддержка у него. Нас не уважают и не хотят уважать. Забрали? Успокойся. Мы напились с горя, что нас не хотят уважать. Вот это я понимаю вещь. Повторно все смотреть надо. Тут так вот по пьяни прозеваем все, что надо, и потом будем переживать. Это огонь меня так задамажил. Вообще замечательно. 0047 код был, да? Центр города. Это клиника? Фонтейн клиник, а потом по ней в ломбард. Хорошо. Достигнуть исследовательскую камеру из ломбарда. Достать точнее. Ну-ка. Панацея доктора. Ой, как мы сразу излечились. Я аспиринчиком сейчас излечимся. Ну, предполагается, да, что в клинике лечебные препараты. Вы видели, да, это? Три выстрела из дробаша в упор. Прекрасно. Я считаю, что это что-то фантастическое. Вообще прям. Да. И заметьте. Из картечи, из дробаша. Я думаю, мы не будем тратить дробаш, хотя мы уже столько потратили, что мама моя дорогая. Подождите, а здесь что? Вон там у нас ломбард. Давайте, ребята, разберитесь с ним, вы можете. Так. Там у нас новая проблема вырисовывается. Так, отлично. Мы просто лучшие хацкеры. Помните мультик про дядюшку Мокуса? Лучший вор-взломщик без диплома. Вот здесь нечто подобное. Вот. Так, у тебя ничего нету. А то здесь есть деньги. Ну-ка. Отлично. Так. Эй, вот то, да someone на window. I'm wondering there's some in the stars. Что это здесь мигает? Патроны подобрали. У нас вообще с этими патронами просто боль какая-то. Успокойся, ребенок, мы сейчас разберемся со всеми. Ну не сейчас мы фотокамеру получим. Так, ну. Это что? Это топляк для бура. У нас 175 бакинских. Прекрасно. Так, это камера. Мы можем выйти в зал? К
Конечно, мы можем выйти в зал. Игра, ну быстро открой нам дверь. А вы не знаете, что в ломбарде делает на витрине Ева? Сколько? 11. Прекрасно. Нам надо прокачивать, наверное, урон дробашу. Потому что меня несколько обескураживает его урон. Ну давай, приди в себя, алкаш. Вы подобрали исследовательскую камеру. Нажмите RT, сфокусировав ее на противника, чтобы начать исследование своей цели. Помните, у нас был фотосканер? Эта штуковина настоящее чудо техники, сынок. Работает как кинокамера. Начинай снимать прямо перед тем, как начнешь стрелять по мутанту, и с каждым выстрелом ты получишь все больше информации о его ДНК. Ну что, давай ее испытаем? Исследовать мутанта с помощью камеры. А какого из мутантов? Мут! А, вот это, наверное. Погоди, не спеши. Ты же готов ему в глотку вцепиться? Включай камеру на записи, тогда начинай его бить всем подряд понемногу. Плазмиды, снаряды, все пойдет. Прикольно, да, сделаю? То есть я просто включаю запись и дальше начинаю уже решать его судьбу. Приз за исследование мутантов Громил. Увеличение урона. Плюс для противопехотных патронов. Ну, что, неплохо. Послушай, сынок, камера поможет тебе определить особенности любого мутанта. Найди кого-нибудь из этих громил и сними его. Сделай это, и скоро тебе хватит сил, чтобы разобрать завал перед отелем. Before long, you'll be able to brush aside that mess at the hotel. Удобно, да, сделали? Так, для противопехотных патронов. Ну, ничего принципиально нового. Противопехотные патроны. Чё, громил будем искать? Так, мне вот этот вот мут покоя не дает. Я знаете, что думаю? Почему это для нас предпочтительнее? Потому что мы можем здесь током шарахать. Что у нас по патронам? У нас их нет, в принципе. Но есть дробаш, есть какие-то там заклепки. Чё по... О, ловушки есть. Давайте. Это будет вот так. Так. Снимем это. Вот так. Я думаю, нормально, да? Нормально. А кого здесь похоронили? Прентис Мил. Покойся с миром, Прентис Мил. Надо же. Как это трогательно. Так. Ну вот отсюда можно, наверное. Сколько у нас денег, кстати? Пойдемте к автомату подойдем. Мы тут ничего не вскрывали? Аптечка, патроны, картечь. У нас эти заканчиваются. Штуки, как они называются, для взлома. Дротики. Мы можем его купить? Так, давайте мы купим сперва дротик. И теперь, что мы можем? Аптечка, ну, у нас есть. Картечь. Тяжелые заклепки. 18 баксов. Сколько? 4 штуки? 32? Ё-моё. Хватит нам, да. Я думаю, этого достаточно. И давайте еще купим. Вот так достаточно будет. Вот. I wonder there's some there window. Вот так. Теперь вот так. Теперь мы с вами соохраняемся. И сейчас туда ребеночка опустим. И все. Я надеюсь. Давай, ребенок. У нас все с вами получится. Так, а в прошлый раз мы с вами их сжигали, да? Да. Так, где?
Хорошо. Где вы там, копцы-перцы? Где там она? Отлично. Откуда он там? Вы видите их? Я нет. Ну-ка. Все? А, ты все собрала, ребенок? Иди сюда. Сейчас разберемся. Ну что, ты хочешь умереть, я в курсе. Я в курсе. Знаете, такой бюджетненький вариант. Два Адама мы, в принципе, тратим на вот это вот. Нормально. И пулемет, как крупнокалиберное оружие, их очень неплохо сносит. Я доволен. Так. Все, пулемет вообще хорошо для этих целей подходит. Сжигание тоже хорошо для этих целей подходит. Мы с вами в этом убедились. А сейчас нам надо девочку отнести к ящику. Туда ее проводить, вылечить ее, освободить. У нас еще останется одна девочка. Ну, вот, собственно говоря, и вентиляция. А потом припрется эта большая, сумасшедшая. Спасение, конечно. Ну что, ребенок? Иди. Убежала она? Давай. Ну-ка, давай, я тебе помогу сейчас. Давай. Оп. Отлично. Ну что, дорогие друзья, на этой позитивной ноте можно серию закончить. У нас с вами остался еще один папочка, с которым мы комплексно будем решать вопрос. Да. Товары на продажу. Что у нас с вами? Инъекции Евы у нас с вами. Давайте 4-4 сделаем, чтобы хотя бы что-то осталось. Вот. Запомни, сынок, без исследовательской камеры мы до Грейси не доберемся. Это значит, что мы застрянем здесь. Давай, сделай ему звездой одну из этих обезьян, прежде чем как следует ее обработать. Да, сделаем. Кинозвезду мы с вами будем делать в следующей серии, уже одну из этих обезьян. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Зен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.